Кстати, интересно, тоже печку они рабочие пришли, видишь, сейчас засовывают. Отсюда видно, вот отсюда ты можешь, вот отсюда ты можешь. Высот, можно сказать, жизни и на работе. Вот несколько слов о себе, о своих успехах, если можно. Ну, как это получилось? Во-первых, я тоже очень рад нашей встрече, Александр Николаевич, если не ошибаюсь. Да. Вот. Во-вторых, насчет высот, я не скажу, что это какие-то высоты. То есть, но это работа, это жизнь. Так что, как добился? Да, в общем-то, работал с 13-м цехомастером сначала, потом старшим мастером, вот, а потом пригласили, а работал также еще в 13-м заместителем начальника цеха, потом пригласили на должность начальника цеха на Граде. Вот и все, то есть. А, значит, веришь ли ты, Андрей Иванович, что человек, даже вот, если смотреть на него в ранней, так сказать, молодости, даже смотреть годы его учебы в институте, значит, то сразу по человеку видно, что он пойдет далеко. Вот когда смотрели на Андрея Ивановича Гладких, как его называли друзья, гаишник, то у него сразу вид уже был такой, что все говорили, будь директором, не меньше. Ну, или большим начальником. Во-первых, я таких слухов не слышал. Может быть, за моей спиной говорили так лестно? Ну, конечно, за спиной. Но, честно говоря, я не предполагал, что сложится так судьба. Ну, ладно, а теперь несколько вопросов такой по работе. Значит, в первом цеху, насколько известно, находится новейшая система автоматизированная, Вест-Альпина. Да, есть такая система. Я не могу сказать, что она находится в первом цеху, это как бы отдельный участок, номер 78. Вот, то есть там есть непосредственно начальник участка. Это независимая и структурная единица. Нельзя, то есть она не подчиняется цеху номер один. Нельзя ли ее, значит, смотреть?
конечно, мы с тобой давно. Да, мы с тобой давно знакомы, поэтому. Мы с тобой закончили институт в 1974 году, да? И за это время ты ведь отработал на предприятии, поработал, если я не ошибаюсь, в технологической лаборатории, кажется, да? Да. Какое-то время. Потом ты работал начальником технологического управления, если не ошибаюсь, сразу после этого, да? А после начальника технологического управления ты стал главным инженером. Нет. Нет, а я вот не знаю, как это все история. Вообще? В словах тогда расскажи. В словах хотя бы. После окончания института в 1974 году я работал в отделе главного технолога. Потом был избран заместителем секретаря комитета комсомола, там какое-то время работал. Да. А из комитета комсомола вернулся уже начальником технологической лаборатории. Потом лет 15 тому назад начальником технологического управления стал. Потом был начальником комплекса. После этого я работал начальником производства лопаточного. Потом оно стало называться роторным. После этого вот я и стал главным инженером. И уже значительное время, я думаю, что это уже тому, даже не помню, где прошло. И было ли это? Да, и сейчас это есть. Ясно. А вот такой хочу тебе вопрос задать. Вот я смотрю, все-таки мы вместе работали когда-то и в лаборатории, кажется, вместе, и в ЧПУ. Тогда это была лаборатория. Вот я смотрю, его станков ЧПУ, это у нас получается вроде как кузница главных инженеров, да, получается? Потому что из его станков ЧПУ вышли, если не ошибаюсь, Сергей и Борис там, и Скворцов был такой главный инженер, да? И Виктор Константинович был такой человек. Да, и вот очень интересно, да? Вы правильно говорите? Ну, правильно. Еще кто-то? Да. Правильно говоришь, действительно, в том подразделении, которым мы прошли вместе, много хороших ребят воспитывалось. Это действительно и Скворцов, и Тюхтяев Михаил. Значит, безусловно. Но я бы сказал так, что это заслуга не тех людей, которых вы называете, хотя, может быть, какая-то и, значит, и есть их доля вины в том, что они так продвинулись. А это заслуга того главного технолога, который был в то время. Я каждый раз говорю, царство небесное, Хохулину Владимира Николаевича, который в свое время в отделе главного технолога сделал для молодых людей действительно творческую атмосферу, которая позволяла людям готовиться к дальнейшей жизни и повышать свою квалификацию. Это просто можно сказать ему большой земной поклон, что он тогда думал уже о будущем. Ну, вы и сами это, в общем-то, конечно. Нет, я думаю, что тут больше заслуга Хохулина. Он тогда был и доцентом в ВАФТУЗе, и, думаю, что прекрасно преподавал, несмотря на все весь свой сложный характер. Это же, думаю, вы знаете этот характер. Ну, могу сказать, что он тогда много доброго сделал для людей. И он первым протаптывал дорогу вместе с Глухих тогда по поступлению импортного оборудования, новые технологии на завод. И благодаря, в общем-то, именно тому фундаменту, который он заложил, наши технологии сейчас неплохо выглядят. Именно технологии металлообработчиков. И сразу начинает делать вид, что работает. Нет, работа, правда, срочно, да делать не хочет. А это камера по носоте, да? Хиточ. А это видео 8 или Да. Забыл. На сухо ковыряйся. Ушел в цех. Я все время говорил, и часто это говорил Александру Петровичу, нашему дорогому Балашову,
что вообще-то вот это бюро станков щеку от Алексея Владимировича. Где все эти? Ну, где? Я считаю, дело в том, что мы все равно будем застеряться, и ничего страшного, потому что они были живы. Является биостанковщику, является кузницей кадров вообще, руководство, да? Из этой кузницы кадров вышли Глухих, Виктор Константинович, снимай сейчас, я вижу. Да. Глухих, Скворцов, Балашов, кто еще? Да. Тюхтяев. Глухих, вот последний снимок 6 июня 96 года. Виктор Константинович Глухих. Тюхтяев Михаил Иванович там вышел оттуда. Балашов Александр Петрович. И еще целая большая плеяда видных деятелей металлического завода. Вот. А вообще-то давайте вообще серьезно, действительно, вот, обратите внимание, вот здесь работает в отделе главного технолога большое число специалистов. Вот я знаю, что вы заканчивали в 66-м году, да? Точно, да? Рехман, я не знаю. Александр Пинкасов. Александр Пинкасов, да? Вы заканчивали, я знаю, вместе с Геннадием Ивановичем Шуковым, да? Жуком Геннадием Ивановичем, потом с Михеевым, вместе с Виктором Юрьевичем Пановым. Здесь еще два человека. Чтобы вас не помнить, нам было пожелать. Вот. Это 66-го года. То есть вы все знаете, да? Да. А вот следующий, я смотрю так, по возрасту. Это у нас Сергей Михайлович, да? Сергей Михайлович у нас начальник, как это называется, вот это все теперь. Раньше это был биостанков щеку, так и называется. Так и называется, да? Сергей Михайлович, биостанков щеку. И вот это основная когорта, это все, кто здесь находит, это биостанков щеку. А кто вот следующие по возрасту идут, я не знаю, интересно. Хорошо, раньше хотя бы на год закончил. А ты в каком году? Я в 71-м году, в 71-м. Да, он в 70-м году, да, в 70-м. А кто следующий? Потом Людмила. Фридленд еще, Фридленд, да, Гай, Фридленд. А потом тут уже Тиноженков, вот. Тиноженков сейчас нет. Мовчатин, Лопастин, специалист в области, да. Лопастин. Дедушка русского программирования. Да, крупнейший специалист. А кто еще? Потому что я всех помню, но не всех. Заходите. А я вам просто не помню по годам после всех. Вы можете представить, или Сережа, представь тогда. Как у тебя получится? Да? Сергей Анатольевич, мой лучший студент. Я был руководителем, да. Они у меня были вместе с Сережей Цихановским, заказчик. Кстати, золотой человек. Один из лучших специалистов на заводе. Да, серьезно. Он великолепно рисует. Вы знаете, что он рисует там? Да? Великолепно. Вас рисует. Нет, у него пишет, у него карандашом рисует очень долго. Вообще все люди талантливые. У нас еще есть очень талантливый Шихов такой, это сам тоже, кстати, в Тузове. Он такие тут газеты оформлял, это молодожоры, да, мы все являлись просто. У нас талантов полно. А женщины, так сказать, они красивые женщины здесь, да, посмотрите. Я всех вспомнил, в каком как зовут, я уже не помню. Вас извините, тогда как же? Если про... Да, в каком году вы закончили? 89-м. 89-м, да? Ясно. И тоже? Наталья Константиновна. Шибаева-Кладицкая. А, Кладицкая я помню, да. Шибаева не помню, да. А это в каком году? 81-м. Тоже, да. А ваши как? Арутюнова Елена Геннадьевна. Тоже. Фамилию Арутюнова знаю, а вот Елена Геннадьевна. Их там несколько было, они вдвоем были, Арутюнова. А, это муж тоже, да? Дело в том, что у нас очень многие дети уже учатся сейчас. Многие дети. Вот дети Арутюнова, они и есть. Да. Это дети. У нас дети. Костя учился на вечернем. Да. С Костей. Ясно. А я сейчас уже Владимир Анатольевич. Вы знаете, кто знает из вас, Владимир Анатольевич? Да. Бороздин Владимир Анатольевич. Главный инженер пролетарского завода. У него целая династия уже. Бороздина. Сын, значит, сейчас на 5-м курсе под рубежом племянник закончил. Сейчас еще двое поступает. Получается так, что скоро наши уже внуки будут. Но мы, тем не менее, все молодо выглядим хорошо. Ксения Леонидович, посмотрите, какой вы. Ну, тогда я думаю, что как у нас получается там, Александр Николаевич? Нормально. Нормально, да? Вот что вы хотели бы пожелать вот нашим студентам, которые у нас учатся сейчас, нашим детям? Потому что мы давно работаем. Весь отдел главный технолог. А, кстати, Воробьев сам заканчивал. Нет, кто не знает. Точно не будет.
кажется, туз вечерний, если не ошибаюсь, заканчивается. Петрюк, я его плохо знаю, но спасибо за вид. Это у нас первый человек. Комсомолец. Я его в лицо знаю, он меня знает в лицо, но я дело в том, что я лично его. Можно позвать? Позови, конечно. Но у него чин, у него чин. Он может, что у меня сейчас нет чина. Комсомолец будет. А Катинев такой был на заводе. Катинев сейчас работает абсолютное объединение энергии, что ли, они заказ делают на заводе. Там потом. А что Игорь? Снизошел до отказа и сказал, что он трубостроительный смех. Я еще не только кинул, да, все равно, что это не место. Пожалуйста, включите. 6 июня, когда вы уходите в свое время, кстати, вот это директор, президент, президент, нет, он из рабочего завода, тот смысл. Мне сказали, что он не уходит, там товарищи, снижение с ним проживать. Хорошо, ты что-то свой как-то сказал, я же понимаю. Ты сказали, что он не уходит. Я говорю, что это самое. Да, я говорю, что это самое. Да, я говорю, что это самое.
Кстати, вот такой завод шикарнейший. И я просто, дело очень просто, я прихожу, ну, поговорили, и была шутка. Сиденький, он с первого курса, там ты забыл сиденький. Как Аркадий Евгеньевич здесь работает? Как вы о нем отзываетесь? Вписался. Сиденький вписался, на танцует хорошо. Может, у нас большой фонарь? Вот, сразу испугался, так как я сказал. Да, с кем танцуете? Значит, мы в 72 году, Саша заканчивал вместе с своим братом в 84 году. Вас, вот я не помню, как вас зовут. Да? Нет. Как фамилия? Я не помню, как вы. Да. Ты заканчивал, что ли? 82, да? Нет, 87. 87, да, это после уже Саши, да? Понятно. Я вас точно на кафедру, и вот видите, опять на кафедру мы работаем вместе, да, Александр? Теперь уже детей. Да, и у Борозденов там, Борозденых 5 человек там, и сам Бороздин, и его сын сейчас на 5-м курсе, и племянник его там еще. И сейчас только что были вот в ЧПУ. Сколько там, Саша, тоже много, да? С детьми? Да, очень много. Что времени уже получилось?